100 қадам ұлттық жоспарында белгіленген мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау және Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен бекітілген заң шығару жұмысын 2016-2021 жылдарға арналған тұжырымдалық жоспарын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігі Қазақстан Республикасы энергетика министрімен бірге жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодекс жобасын әзірлеген. Әзірленген кодекс жобасын ерекше бөлім шеңберінде жекелеген тарауларда көмірсутек шикізатын уран мен басқа қатты пайдалы қазбалар барлау мен өндіруді реттеу көзделді. В части ОВС проект кодекса должен решить следующие задачи. Повысить инвестиционную привлекательность нефтегазового сектора Казахстан в условиях снижения мировых цен на нефть. Обеспечить устойчивое развитие отрасли с учетом вклада в социально-экономическое развитие регионов и обеспечение занятости населения. Сохранить адекватную степень государственного регулирования и контроля в целях обеспечения рационального использования недр. А также повысить предсказуемость и стабильность правового регулирования в области недропользования. Для решения этих задач при подготовке проекта кодекса предусмотрено упрощение доступа к контракту на недропользование, согласно поручению в рамках шага 75-го плана наций, внедрение международной системы стандартов отчетности по запасам, стимулирование инвестиций в геологоразведку, сокращение административных барьеров, процедур и сроков, доработка норм законодательства для снижения рисков сторон контрактов на недропользование, четкое регулирование переходных положений при принятии кодекса и обеспечение реализации кодекса на подзаконном уровне. В проекте кодекса о недрах в части регулирования недропользования в нефтегазовой сфере закладываются следующие консультационные подходы по упрощению получения права недропользования. Будет применяться конкурс как основной способ предоставления права недропользования в нефтегазовой сфере. При подаче заявки от заинтересованного инвестора обязательное проведение конкурса. Контрактная система будет осуществляться без оформления лицензии. Для защиты инвесторов, вкладывающих средства в геологоразведку, контракты заключаться будут на два вида. Контракт на разведку и добычу и контракт на добычу. Контракт нас будет заключаться на основании типового контракта с проведением конкурса без дополнительных экспертиз. Заключение контракта будет осуществляться без предоставления проектного документа. Проектные документы будут подготавливаться в ходе реализации контракта. Исключается рабочая программа, дублирующая проектный документ. Предусмотрен контроль только критичных показателей проекта, влияющих на энергетическое состояние и сохранность запасов. При этом нарушение критичных проектных показателей будет приравниваться к нарушению контрактных обязательств. Проектом кодекса предусматривается переход с 2024 года на международную систему стандартов отчетности по запасам углеродного сырья. Значит, переходный период по 2023 год будет в этот период осуществляться государственная экспертиза геологически извлекаемых запасов по сегодня действующим стандартам. И также будет осуществляться контроль объема добычи по проектным документам в качестве контрактных обязательств. С 2024 года госэкспертиза будет осуществляться только геологических запасов. Определение извлекаемых запасов будет осуществляться согласно требованиям международных стандартов. Контроль будет осуществляться только за критичными показателями проектных документов, которые обеспечивают сохранность залежей и энергетического состояния. Также предусмотрены меры стимулирования инвестиций в геологоразведку. Это свободный доступ к геологической информации, совмещенная разведка и добыча, исключение на стадии разведки обязанностей по уплате отчислений на обучение, социально-экономическое развитие регионов и научно-исследовательские опытно-конструкторские работы. С целью устранения административных барьеров проведен анализ всех процедур, возникающих на практике при взаимодействии недропользователя с компетентным органом. Поработано четкое законодательное регулирование всех ситуаций по взаимодействию недропользователя и компетентного органа, а также предусмотрены иные меры по сокращению административной нагрузки на недропользователей, в частности, сокращение количества проектных документов и исключение излишних экспертиз. Также в работе над кодексом проработаны меры по устранению имеющихся пробелов в законодательстве, влекущих риски сторон контрактов на недропользование. Предусмотрено четкое урегулирование переходных положений при принятии кодекса как продление периода разведки для действующих разведочных контрактов, переход на добычу для действующих разведочных контрактов, переход на типовой контракт действующих добычных контрактов и определены нормы кодекса, применимые к действующим контрактам, имеющие обратную силу.
Министерством энергетики совместно с заинтересованными госорганами ведется параллельная разработка свыше 30 подзаконных нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации. При этом будут восполнены существующие пробелы в регулировании вопросов, такие как подготовка требований к составу проектных документов, проведение подсчета запасов, требования к проведению работ по разведке и добыче с целью обеспечения рационального и комплексного использования недр, а также вопросы ликвидации и консервации скважин. В кодексе также урегулированы вопросы недропользования по разведке и добыче урана. Урановые месторождения отнесены к стратегическим участкам недр. Приоритетное право государства на добычу урана осуществляется посредством национальной компании. Право недропользования на разведку оформляет лицензии, представляемые Министерством инвестиций и развития Республики Казахстан. И разведка урановых месторождений проводится по правилам твердых полезных ископаемых, что предполагает наличие арендных платежей в период разведки. На этапе добычи для урановых месторождений предусмотрено приоритетное право государства на добычу урана через нацкомпанию, доля национальной компании не менее 51%, оформление контракта на добычу Министерства энергетики Республики Казахстан и сохранены требования по рациональному и комплексному использованию недр, а также лицензионно-контрактные условия, обучение местных кадров, поддержка социальной сферы. Жалпы кодекс шеңберінде жер қойнауын пайдалану туралы заңнамаға енгізілген өзгерістер көмірсутек шикізатын геологиялық барлау мен өндіруге инвестициялар салуды ынталандыруға бағытталған және мемлекеттік бақылау мен мемлекет мүдделерін қорғауды сақтай отырып жер қойнауын пайдалану саласында өзара әрекеттесу рәсімдерін жеңілдету ескерілген. Әзірленген жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодекс жобасын қолдауыңызды сұраймыз.